Звездного времени суток, дорогие граждане, я вас приветствую на нашем сегодняшнем стриме по Star Citizen. Честно скажу, сегодня в планах-то особо и не было запускать, я еще вчера хотел запустить, но технику я не дождался. Тем не менее, да, если кто не в курсе, в патче 3.17.2 нас ожидает новая наземная техника от компании Anvil под названием Centaurion. Сделана на шасси Atlas. Это такая же аналогичная техника, может быть, мы видели это Баллиста и Спартан. Теперь у нас есть Центаврион. Что из себя представляет этот Центаврион? Центаврион, извините. Но это зенитка, в прямом смысле слова. Зенитная, блин, вот как вам сказать, такое, знаете, зенитка зениткой. Потому как даже сами разработчики говорят, что там, где баллиста не справилась, вступает в бой уже непосредственно сам Центаврион. У нее стоит, ребята, турель, на которой 4 репитера 4 размера. Ну и там еще есть одна пушка 3 размера. Представили, да? В общем, вот эта вот машинка будет создавать очень большие проблемы кораблям, как минимум, среднего размера, типа как Constellation, очень, ну, большие проблемы будет создавать, я в этом просто уверен. Да, она слабая, в принципе, запустить там одну ракету 2 размера там, или 3, по идее, они должны, должны ее уничтожить, да, и, в принципе, любой истребитель сможет ее быстро разобрать. Щиты у нее слабенькие. В общем, сегодняшний стрим, ребят, вот. Сегодняшний стрим, ребят, будет посвящен конкретно этой технике. И если у вас есть желание, можете присоединиться ко мне. Будем вместе тестировать. В общем, как-то так. Единственное, что, ребят, я прошу прощения. Проблема в том, что у меня возник, скажем так, конфликт или даже проблема с поддержкой Ютуба. Дело в том, что они мне одну ракету 2 размера там, они мне запороли, ребят, одну трансляцию и не хотят этого признавать. Я просто хочу этим, ну как, знаете, не хотелось бы спуститься до уровня оскорблений. Просто продемонстрировать, что настройки у меня нормальные, что стримы идут в 4К. Изменить видео. Даже я сейчас зайду. Сейчас, ребят, буквально немножко. Давайте зайдем. Давайте, где оно тут у нас? Где-то хрень. Интерфейс у них говно. Так, настройки канала. Нет, не то. Мне надо настройки стрима. Вот. Потому как они меня попросили, продемонстрируйте нам, пожалуйста. Что вам продемонстрировать, блядь? То, что вы не умеете нормально сохранять, блядь, 4К? Демонстрацию им, блин, подай. Сейчас, ребят, секунду. Так, начать трансляцию. Ну, давайте посмотрим. Вот сейчас трансляция же идет, правильно? Нет? Так, это не то. Это старая трансляция, это не то. Сейчас, секунду. Одну минуту. Интерфейс бы, блядь, сделали нормальный для людей, а не через жопу все делать. Так. Где-то настройка гребаная. А, вот оно. Нашел. Так. В общем, я надеюсь, что до них дойдет, и здесь видно четко, что это 4К, качество отличное. Тут даже есть вот зрители у нас. Так, что у нас дальше? Настройки трансляции, монетизация, это не то. Короче, что им еще надо? Вот есть завершить возможность. Так. Это старое, а вот новое. Здесь четко видно, что это 4К.
Вот, 4К, состояние трансляции отличное, действие зрителей, аналитика. Ну, в общем, я надеюсь, им этого будет достаточно. Я переключаюсь непосредственно на игру. Вот. Заходим в игру, друзья. Желающие присоединиться, пишите. Не кричи на YouTube. Да-да-да. Так, отдельно хочу поприветствовать к нам всех, кто присоединился. GR2055, Талион, Алекс Ронд, Ясон, Джин, Влад Трек, Евгений Терехов, Доктор Бур, Фредрих Лис, Юрич. Ребят, я вас рад видеть, всем приятного просмотра. Сейчас грузимся и едем дальше. Так, да, спасибо, ребят. Так, я за все время так и не понял, как эти анонсы трансляции делать в Ютубе. А потому что, я же тебе говорю, все через одно место сделано. Ла-ла. Ну? А, эти лифты, как они быстро перемещаются. Хэппи, привет. Как ты вообще поживаешь? Так, давайте посмотрим, какой взять кораблик-то. Блин, слушайте, ну как назло, нету Крусейдера с собой. Можно было бы Крусейдер взять. Так. Энвилл, понятно. Денис Петров, привет. Ладно, давайте для начала просто заклеймим Карак, а там дальше время покажет. А пока что мы еще отправим клейм Гладиус. Дыги меня, если не, честно скажу, немножко сбили... Как это правильно сказать? Сбили с толку. Дело в том, что, ну, я думаю, вы в курсе, да? Я еще вчера опубликовал эту информацию о существовании такой наземной техники и то, что мы ее получим. Там было написано следующим образом, что техника будет появиться у вас на аккаунте после того, как появится патч. Я запускаю клиента, у меня там обновление. Делаю обновление, думаю, о, сейчас покатаемся на стриме. Захожу, там ничего нету. Потом пишу им, такой, оп. Они мне не отвечают. Гады, говорю. Ну ладно, это уже такое дело. В общем, техника есть, все отлично, ребят. Сейчас будем мы ее смотреть. Альтиметр сломан только у меня и починили его патча. Смотри, Влад, альтиметр поломан непосредственно в некоторых спутниках. На некоторых спутниках. А на некоторых он отображается. Так что нет, это не только у тебя. Это в целом глобальная проблема. Это у всех. И притом этот альтиметр поломан именно конкретно на определенных спутниках. Вот, как-то так. Бивер, привет. Но так. Гладиус готов. В принципе. Технику добавили. Ну, некоторым добавили, да. Ангар 4. Ангар 4. Вы знаете, тут возникла такая идея. Сейчас мы прилетим, вы все увидите. Ангар 4, стоп. Чисто поржать, что можно будет сделать с этой техникой. Ежик из тумана. Так и здравствуй, друг. Витек, привет.
А с этой системой автоприцеливания можно будет даже мелкие маневренные корабли легко сбивать? Нет. У автодоводки будет процент промахов. Вот эта вот хрень, меня сегодня пипец как достало. Вот серьезно вам говорю. Я, наверное, сегодня где-то часа 2.5 потратил для того, чтобы попробовать запустить технику. Ну, именно хотя бы скрины поделать для этого, для стрима там, в принципе, для комьюнити и позаливать их. Все, замерло. Просто тупо фриз. Я не знаю, что там делают циги и как они, в принципе, видят этот патч, но если он будет именно вот таким вот, я не думаю, что будет много желающих поиграть в патче 3.17.2. Как-то так. При этом, знаете, я вот читаю, ну, комьюнити иногда пишет по поводу их баков. Они еще так обижаются, возмущаются. Прекращайте на нас, типа там, бочку катить. Не, я понимаю, это ПТУ, как бы, ребят, вам не надоело одно и то же? Так, по поводу еды, воды, сейчас мы все сделаем. Сейчас, чтобы отчет отправить. Стелл, привет. Пятничный апдейт. Да, и я уверен, Джин, то, что они свалили домой отдыхать. Еще меня раздражает то, что нельзя сделать в лаунчере, точнее, то, что они никак не могут сделать в лаунчере сохранение между ПТУ и лайвом. Вот я выбрал ПТУ, почему у меня постоянно там лайв? Почему не сделать, чтобы оно сохранялось, да? Последнее выбранное. Наверное, я слишком предвзят к цигам. Вам так не кажется? Это не баг, просто персонаж замирает от восторга при виде техники. Хорош, хорош. Удали лайв. Слушай, ну гонять туда-сюда SSD не сильно хочется. Пока грузится. Пускай грузится, а давайте мы этому саппорту отправим-то. Так, раз. Где тут? Ответить. Да. Достало, иди нахер. Так. Так, поехали. Что за новая техника? Да, сейчас все увидим.
Петр Богданов, привет. Геймер, у меня нет ПТУ, но хоть заяву кидал. Ну, слушай, ПТУ сейчас первая волна. Она доступна консьержам, подписчикам и авокатам. Виклоу, привет. Тоже. Дарк, слушай, ну у меня такой херни не было раньше. Вот именно вот такого вот не было. И я очень удивлен, почему Гладиус у меня находится как потерянный корабль. Он где-то потерялся между серверами. Ангар 03. Короче, я так понимаю, мне пора менять компьютер, да, наверное, ребят? Я вот думаю, с чего начать? С видеокарты или с процессора? Мне кажется, все-таки... Блин, я сомневаюсь. Может, с видеокарты начать или все-таки с процессора? Понимаете, замена процессора за собой потянет замену, замену этого материнской платы и замена этого оперативной памяти. Да я там 40-ю серию жду, понимаешь? Тут же прикол в том, что зимой еще, блин, будет какая там 14-я серия процессоров. От Intel. Виктория, я тебя приветствую. Нету желания присоединиться? Что такое лучше ВК? О чем речь? ВК это ВКонтакте, как я знаю. А, видеокарта, все, я понял. Мне нужна как раз... Все сразу? Слушай, ну все сразу у меня, наверное, обойдется, станет, наверное, так это так... что-то мне подсказывает. Ну, тысячи 3-4 долларов. Еще ты решил, что пора менять комп? Слушай, ну процессор уже 8700K, это уже чуть-чуть подуставший, мне кажется, далеко. Пора что-то брать более современное. Окей, буду рад тебя видеть. Продай Идрис, купи видяку. Нет. Кстати, приятного аппетита. Шепард. Такс. Наверное, вот лети в эту сторону. Посмотрите, что у нас 100% грузится и поменять. Видеокарта. Видеокарта у меня грузится на 100%. Да я так тебе скажу. $2080 у меня сейчас видеокарта. Да, я 40-ю серию хочу дождаться. Мне просто интересно, сколько она будет стоить. Антон, приветствую. Присоединяйся. Привет, удачного стрима, спасибо. Во время нефрифлая разбитый корабль тоже восстанавливается бесплатно, или нужно платить, или вообще не восстанавливается. Можешь рассказать эту систему? Смотри, восстановление корабля есть бесплатное. Ты просто отправляешь корабль, он восстанавливается. По времени. Ты просто отправил, не надо много раз там клацать. Но есть ускоренный процесс восстановления. Вот за него платить нужно. Вот и все. Intel со своим чипсетом был бы вытащил один, вставил другой, а видеокарта в любом случае будет на 98% грузиться.
Да, ну такое, такое себе. Правильно, не видит Сидрис. Всегда актуален, его по... еще подорожает, а видяка устареет. Согласен. Вы знаете, я тут недавно для себя посчитал, что очень выгодно вкладывать в кораблики Криса. Они только дорожают. Да, вертикальный, Андрей, да, да. Если, как думаешь, Идрис в этом году стоит ожидать? Нет, конечно, не будет его в этом году. Он как бы в игре есть, но не под управлением игроков. Хотя его можно угнать. Вам уже можно заходить? Конечно, закидывай френда, я приму его, и ты тогда по этому... через френд-лист присоединись. Я бы сказал бы даже не криптовалюта, а NFT все-таки это. Это же все-таки JPEG. Так, ладно, давайте уберем это все дело. По поводу страховки кораблей, смотри, на данный момент страховка работает только путем вызова уничтоженных кораблей. А в будущем у тебя будет корабль, ты его должен будешь застраховать. Там не только будет страховка корабля, там еще будет отдельная страховка компонентов корабля, отдельная страховка груза, отдельная медицинская страховка, скорее всего, будет. В чем суть? Если у тебя корабль не застрахован, ты его теряешь, все, ты его потерял. Тебя страховая компания его не возмещает. Если у тебя страховка есть, то ты потерял корабль, тебе выдали новый корабль. Вот логика такая. Корабли куплены за реальные деньги, у которых срочная страховка, то есть там 6 месяцев, там 10 месяцев, 10 нету, извините, 3-6, там год, там 10 лет, LTI и так далее. В общем, смотри, у тебя 3 месяца, например, страховка. Она закончилась, ты потерял корабль. Пока ты не оплатишь, ну, давай так. Крис сказал, что купленные за реальные деньги корабли люди не смогут терять. Как это будет реализовано, мы не знаем до конца. Вполне возможно и, скорее всего, очень, ну, это на логику, знаешь, как бы это логично. Если у человека закончилась страховка, он потерял корабль, у него есть возможность вызвать корабль в том случае, если он продлит страховку. То есть у него должны быть кредиты для этого. А страховку можно будет продлить за игровую валюту, это факт. Поэтому у нас здесь культ LTI. LTI это пожизненная страховка. Вот. Мы не хотим себе, мы не хотим просто заморачиваться, это те, кто культисты LTI, не хотим заморачиваться фармом кредитов на проплату страховки. На карте ажиотаж спал. Сейчас 390 TI можно купить от 1600-2000 баксов. Можно. А смысл, если через 2 месяца уже будет 40-90? Ты хоть стримишь и играешь 4К, у меня здесь 1660 супер и не тянет FPS под 40, хоть тоже играю в 4К. Дело в том, что у меня стриминговый комп отдельно. У меня там в описании, можешь посмотреть. Отдельно игровой компьютер, отдельно стриминговый. Итак, друзья, давайте, наверное, с внешней стороны его обсмотрим, да, каким-то образом. Вот, вот эта машинка. Как вы видите, 4 ствола. Да, друзья, вот они. 4 размера. Сейчас мы сядем отдельно, посмотрим все ее компоненты. Вы увидите, сколько у нее... реакторов, сколько у нее щитов, сколько у нее кулеров. Вот эта вот пушка, она 3 размера. Эта пушка исключительно под управлением самого водителя. А здесь по умолчанию стоит 3 размер Attrition. Это же, знаете, вот это у меня такое складывается впечатление, что взяли Hammerhead, отпилили ему турельку и поставили просто тупо турельку на базу этого автомобиля. Потому что здесь стоят 4 размера рина-репитеры. Вот представьте, да, 4 ствола 4 размера. Вот, в общем, как-то так, ребят. Хорошая машинка, на самом деле.
Очень хорошая. Ну, я вам так хочу сказать. Понятно, что она будет продаваться с пожизненной страховкой. Понятно, что, скорее всего, я ее себе куплю, потому что это наземная техника, а я кайфую от наземной техники, которую делают циги. Вам же рекомендую просто купить ее за игровую валюту. Серьезно, если вы не фанат наземной техники в Star Citizen, и у вас не стоит задача на постоянной основе поддерживать цигов, просто дождитесь, когда она появится за игровую валюту, купите и не парьтесь. Да, ПВО по факту, я бы даже сказал, что это, знаешь, такая вот старая добрая зенитка, знаешь, которая взял такой, знаешь, и ты стреляешь в нее. В общем, как-то так. Так, Toxic Cat, да, извини, от третьего вида принял, френда. В общем, как-то так. Давайте зайдем внутрь. Внутри это, ребята, баллиста. Ничего нового нету, как такового. Оу. Оу. Что происходит? Оу. Не знаю, я не фанат красных, как в принципе. Да я и не фанат особо зеленых, но буду все равно покупать зеленых. Да. Там мухобойка тебя выталкивала. Ну да, походу. Торговую серию перенесут на 23-й год. Слушай, Бур, если перенесут, тогда я однозначно, наверное, себе не буду заморачиваться, возьму 3080 Ti. Или вообще процессор обновлю, как вариант. Нужен чисто атлас с кузовом, чтобы на него можно было самому ставить то, что тебе нужно. А, слушай, я думаю, они могут сделать такой тарк. Они сейчас повыкидывают, а потом базу выкинут, скажут, пользуйтесь базой, джентльмены. Брэкстон, привет. Крис запрещает тебе входить. Привет, сэр. Так, ладно, давайте садимся за место водителя отдельно. Автомобиль рассчитан на двоих. Пока мы тут с вами трындели, уже потемнело. Сейчас отъеду немножко в сторонку. Еще раз повторюсь, база Атласа, поэтому нет ничего особо нового. Мобиглаз, как всегда, через одно место сделан. Ни хрена не видно. Ладно. Полезли так вот. Можно, конечно, выйти. Короче, это все дичь. Сейчас, ребят. Это же вы сильно так хотели, я сразу выгнал. Надо было чуть не так сделать. Раз. Странно, что мобиглаз, как всегда, через задницу работает. Вот это... Почему он не подгружает технику, а? Когда сушки выдвигаются, когда с кресла стрелка садишься. Сейчас проверим. Шуга, у меня не было времени его тестировать. Олегус Гара, Гера, привет. Кого разончик построишь? Что такое разончик построишь? Зенитка будущего. Ну да, в принципе. Бляха-муха. Ладно, ребят. Кстати, освещение можно менять. Если кому-то интересно. Надо заклеймить сначала. Потому что мне удобно. Честно скажу, мне через мобиглаз удобнее, ребят. Там идешь чисто по этим. Давайте заклеймим, наверное.
Думаю, пока особой разницы не будет. Star Citizen 38 Ti по сравнению с 2080 Ti. Лучше подождать новые бьюхи и процессоры. А вопрос не в этом. Дело в том, что я что-то стримлю в 4К, и не только Star Citizen. Поэтому это будет очень полезно для других игр. Это факт. Вот. А процессор у меня уже просто сам 8700K как бы немножко муляет это. Уже 5 поколений процессоров. Показывает. Не, Джин, показывает. Реально показывает. Давай сейчас заклеймим, попробуем, как говорит... Там. Dark. Так. О! Вот так вот я люблю. Поехали, ребята. Итак, как вы видите, у этой машинки три кулера. Это логично. Четвертого размера, четыре пушки и одна третьего размера. И это все энергетика, и это все нужно как-то будет охлаждать. В общем, давайте посмотрим дальше. Так, что у нас здесь? Один кулер у нас первого размера, обратите внимание. Дальше у нас... все кулера идут первого размера. Хорошо. Энергоустановки. Две штуки. Нулевой размер. И тоже нулевой размер. А что оно прыгает? Вот этот первый размер, да? Бляха-муха. Да, это первый размер. А это нулевой размер. Два щита стоят. Тоже нулевого размера. Да. Блин, слушайте, как-то работает оно. Ну и, как было ранее сказано, 4 турели, точнее, 2 турели. На одной турели стоит отришины третьего размера, а на второй турели 4 рино-репитера. Вкратце все, что нужно знать о данной машинке. Это ее ТТХ. Ладно, сейчас я Антону Цуханову брошу пати. Он там говорит, зашел. Антоха, прости, мы тебя будем сегодня убивать. Кстати, можешь зайти в голос, я тебя перетащу к себе. Так. Пока жди платформу АМ5, очень долгоиграющая. АМ4 как пример. Чтоб вы циги так домой шли после работы. Так, она будет раньше, чем 13-е поколение синих. Да и 700-е AMD будет много эффективнее. Не. Зеленый, на красный ты меня не подсадишь. Не. Так, какого черта? Что происходит с персонажем? Да, Жень, можешь напомнить, на сколько человек экипаж Меркурия рассчитан? На троих, на самом деле, потому как... пилот и две турели. Пушки менять, конечно, что нельзя. Бляха-муха. Пока мы тут лазили, уже потемнело. Вот, чтобы вы понимали, у меня сегодня вот так вот. Целый день, ребят, вот серьезно. Я сегодня два с половиной часа пытался нормально поделать скрины. Меняем, короче, спутник. Я не хочу в темноте лазить. Хочу, чтобы все видно было. Ай.
Все, да, приехали. Это ПТУ, ребят. 40-е будет жрать много БП за 1000 ватт, норма. Ну, у меня стоит. У меня стоит. Я специально покупал. Сейчас, ребят. Темно, как в жопе дракона. Афроамериканского. Да. Привет, а вот как сейчас купить стартовый пакет? Привет. Сейчас, Антон, перетащу тебя. Я тебя перетащил, Антон. Угу. Так, по поводу того, как купить сейчас пакет. Слушай, вот это беда, это проблема, потому как... скорее всего, для РФ подойдет серый рынок только. Купить только у перекупов. Вот. Либо зайти... Ну, это тоже серый рынок, тот же самый. Я знаю, на Старангаре есть возможность через крипту покупать. Ну, а... еще один вариант — сменить место проживания. Фактическое. Точнее так, сменить проживание страны. Чтобы все-таки и так домой ехали. Да-да-да. Демон селился, да. Так, Жень, скажи мне, что брать и куда лететь? Так, скажи, пожалуйста, что у тебя из средних кораблей имеется? Мне из средних дали только редимер, насколько я помню. Отлично, бери редимер пока что. Сейчас я тебя сориентирую, куда мы будем лететь с тобой. Окей. Вот, там ребята, кстати, спрашивали за альтиметр. Вот видишь, на этом спутнике альтиметр сломанный. А есть спутники, где он нормально работает. Дмитрий Батькович, привет. У меня редимер на Хёрстоне. Мне замер какое-то время, до него долететь, чтобы не клеймить. Так быстрее будет, скорее всего. Хорошо. А что у тебя самое близкое есть? Я сейчас на Гладиусе летаю. На Гладиусе? Давай, слушай, а возьми Гладиус. Не вопрос, куда лететь? Так, сейчас я тебя сориентирую, я тут лажу. Где-то лажу. Я на Хёрстоне, на Иге. Да, я понял. Сейчас буду. О, здесь хоть светло. Привет. А как сам покупаешь ту же технику? Так я в Украине живу, для меня проблем нету. Кстати, мой Гладиус стоит. Наверное. Тот Гладиус, на котором я сюда прилетал до стрима тестить. Тыги, вы постоянство включили? Да, ребят, это мой Гладиус. Так, Жень, 30 миллионов километров. Где-то 5 минут. Я не знаю, только сохранись, пожалуйста, сохранись перед этим, это важно. Сохранись на станции, хорошо? Да, обязательно. Так, неудобно без альтиметра наземку фармить в темноте. Разбиваюсь часто. Но есть такая проблема. А давайте проверим, меня пустит он или не пустит. Это мой корабль. Я сказал, это мой корабль. Это корабль, который остался, ребята, с утренней сессии. Когда я утром заходил делать скрины. Постоянство.
Так. Может, дело не в постоянстве, а в том, что ты попал на тот же сервер просто. С утра, ты думаешь, сервак живет, да? Я не знаю. Не, ну я не исключаю. Это, ну, а какая разница? Слушай, раньше ж как происходило? Если я выхожу с игры, деспаун происходит. Техники всей. Там через 10 или 15 минут. Ну, не знаю. Так. А ты выходил с игры? Конечно, выходил, Центурион. Прошу прощения, Дарк. Конечно, выходил. Я подделал скрины, вышел с игры, пошел дома заниматься своими делами. Так, закрыться. Ха-ха, Джозик, привет. Иди, блин. Так, вопрос, что ты выберешь? Многоэтажный клановый дом, как на Майкротеке, или старый дом на Звездных войн? И почему? Многоклановый дом на Майкротеке я выберу по той причине, что у нас есть корпорация, и мы должны будем соответствовать корпоративной этике, скажем так. Это было бы круто, кстати. Тем более, глава корпорации, у меня других вариантов не может быть. Я не могу быть эгоистом и взять и бросить все... Сколько у меня там? 170 человек... 270 человек. Прошу прощения. Я чувствую, мне придется сделать видео, видимо, да, ребят, по серому рынку и как что купить, и какие варианты существуют. Это радует, а то на лайбе корабли исчезают, если от них далеко отлететь. О. Слушай, а может это случайно получилось, Дарк? Ты не думал? О, отлично, выехал. Артур, привет. У меня FPS, ну, средний где-то 40. Гримхекс, серый рынок ровным счетом настолько надежен, насколько ты можешь доверять людям. Ну, вот, серьезно. Ты можешь реально попасть на кидалу и попрощаться, а можешь попасть на человека, для которого важна репутация. Серый рынок же незаконный. Инвайт, сейчас скину тебе инвайт, заходи. Захватите кто-нибудь мне воды, пожалуйста, и пожрать. А то у меня чат отвлек. Я захвачу. Шепард кинул при... инвайт. Так. Power on. Смотри, а как в Гвардиус поместить еду и воду? Да в карманы поместить и все. А, ну хорошо. Офигеть, ребята, 226 снарядов. Подождите. Я сейчас хочу замерить секундометром. Сколько это будет? Где там наш секундомер? Запустил.
тебе нужно открыть свой рынок и спасать заблудших. Да, блин, свой рынок. Ребят, ровно полминуты. Ну, я с опозданием. С запозданием на 2 секунды. Остановил. Полминуты введения огня. Да, кстати, это же можно еще по очереди стрелять. Секунду. Я сейчас попытаюсь вспомнить. Я забыл просто этот, как мод включается. Какая кнопочка. Так, окей. Мне нужен клик, чтобы отрабатывать функционал Центуриона. Нужен. Да, сейчас ребята подтянутся. Виктория, я же тебе дал, по-моему, пати. Шепард летит. Так, а что у нас за кнопочки здесь? Пересесть. Так, где на Эверусе находится терминал возрождения, чтобы там прописаться? В клинике. Ну вот и где она? Я сейчас вышел, я пытаюсь что найти. Ну, блин, я не помню где. Посмотри, она сразу же находится возле терминала. Там надо. А, все, нашел. Так. Ты только имеешь в виду. Шуга, ты имеешь. А, на МФД, ты имеешь в виду выступил в этот. На разные кнопки раскинуть. Ну, в принципе, так тоже можно. Не могу понять, откуда у Влада 100 FPS 2К с включенным фестинком. Если я 2К включу, я думаю, у меня тоже где-то будет приблизительно так же. 4К очень много сжирает, ребят, на самом деле. Камни не разбиваются от выстрелов. Нет, не разбиваются. Так, weapons. Так, теперь где купить шмотки и еду, потому что у меня нет карманов, мне чтобы тебе что-то принести, нужно купить броню и рюкзак. Разве продается на этой станции? Там тоже где-то рядом, посмотри. Слушай, забей, короче, лети сюда. А, слушай, я же могу взять... Редимер, там есть вода, по-моему, в холодильнике, которую достать можно. Как вариант, да. Ну тогда что брать? Гладиус или редимер? Бери редимер для начала, а потом гладиус. Сейчас я посмотрю, возможно, чтобы взять редимер, мне придется отлетать на планету на самом, потому что они же теперь отсоединили возможность со станции вызвать те корабли, которые на планете находятся, так правильно? Зачем? Заклейми его, просто в клейм отправи, все. Так долго будет. Ну ладно. Смотри, сделай следующим образом. Сейчас отправь на клейм Редимер, возьми Гладиус и прилетай на Гладиусе. Да. А пушки помощнее можно установить? Ну, только 4-й размер, ребят. Не, ну он, по крайней мере, может закинуть в инвентарь, ну, в локальный хэппи. Ну, имеется в виду, в инвентарь самого корабля.
Слушайте, а нигде нет кнопочки нету, да, чтобы эти повыезжали каких опоры? Я думаю, это дорабатывать еще будут, ребят. По крайней мере, я нигде не вижу. Здесь вижу только exit. Там, где брал тачку Камотек. Сейчас, кстати, можно глянуть, действительно. Сейчас все проверим. Open экстерьер? Нет, 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 нет. Не надо нам open экстерьер. Это пересесть на турель. О, вот. О! Есть, выехали! Тыги, вам надо с этим что-то делать. Не может машина ехать с опорами вытащенными. Хотя она очень тяжело едет. Кстати, она очень тяжело едет. Ну да. Окей, ладно, секунду. Режим стрельбы переключается в режиме турели, но это не точно. Ну, было так всегда, да, согласен. Я просто забыл, там горячая кнопка есть. У меня вылетела с головы. Какая она там. Как-то ее сильно бросает. Может, что из-за гравитации? Монгол, привет. Ну, Сарсерен, блин. Так и хочет, чтобы я сдох, да? Роман Васильев, привет. Его балуйте здесь, 890 упадет от него. Не думаю. Устанет падать. А вот такие кораблики, как Constellation, однозначно. Так, я тут, я подлетаю. 35 километров. Ага, хорошо, подлетает. Так, надо посмотреть ящики. Может, в ящике где-то что-то тоже будет. Гравитация низкая. Да, джин, есть такое. Ребят, кто пропустил, это новая техника. Это совсем новая техника. Поэтому... Теперь поставить... Ставить-то и не надо в целом. Все есть, как говорится. Все есть. Знаете, что меня еще раздражает? Это всплывающее меню касательно заданий. Господи, сделайте... Как его отключить? Вот, сделайте возможность отключения, чтобы я это не видел. Как внизу, как сделали в меню отключения подсказок, так же самое это сделайте, чтобы можно было просто открыть. Так, я тут, я над тобой. Мне как, садиться или зависать? А вот это несправедливо. Стоят банки. А, они пустые. Сейчас, секундочку. Я в поисках. Я тогда отойду на минуту, пока ты там ищешь, хорошо? Да, иди. Я пока водички попью.
Какого черта? А где анимация питья воды? Вроде гадость. Зиги сперли анимацию выпивания водички. Ну как так можно? Через клизму. Так, я тут. Да и турель там не новая, если на то пошло. Ну? Так, можно я пока приземлюсь, посмотрю эту машинку? Да, да, конечно, конечно. Смотрите, как вода. Прифлай. Нахрен выкинуть ее. Так, ладно, все. Я готов. Я теперь буду жить. Шепард, если получается, говори, если в голос можешь зайти. Буду рад тебя слышать. Сейчас, секунду. Эл, не успела привет. Подумать, он уже скачал. Привет. Ой, привет. Шепард, привет. Можно, привет. Можно я тебя украду к нам или нет? Ладно. Да, пожалуйста. Забирай. Если он тоже привет. Привет, привет. Так, Виктория, ты уже зашла или нет? Да, я уже к вам подлетаю. Отлично, отлично. Я а ты на чем? 600-ку тащу на эксперимент. А ты на чем? 600-ка. Да, детка. 600-ка это хорошо. Так, Toxicat, иди сюда, садись, будешь рулевым. Виктория, ты сохранилась на станции? Да, на Лорвилле. На Лорвилле? Точно? Да. Ну, точнее, не на самом Лорвилле, а на этом. На Эверсе? Отлично. Все, замечательно. Заходи, иди, присаживайся, Токсик. Сейчас мы будем проверять, насколько это эффективная дура. Куда вам ее поставить? Да не надо ставить, зависни просто. А, зависнуть? Ну окей. Да. Давай я над тем кратером повисну. Так, Токсик, едем к Виктории. А, Дмитрий Севастополь, привет. Едь. Мы в зоне запрета огня пока что. А, ладно, я от третьего лица скажу, когда хочу, пойдет просто. Хорошо, ох ты. Да, я вижу. Чего там? Да так. А, вижу. Ну, тут такая поверхность не для гонок явно. Однозначно. 600-ка маленький кораблик, ты издеваешься? У него два щита третьего размера, насколько я помню. Со всех сторон причем. А не пузырек. Так, все, тормози.
Просто 4 пушки. Четвертого размера. Нет, 2 пушки четвертого размера. Это же, блин, ракет никаких не надо. Как мне переключиться на пушку водителя? Сильно щиты просаживаются. Как он тает, прям на глазах тает. Тает, да? Офигеть, да, осталось где-то 10% всего. 5, 2, 1. Все, пошел корпус, я так понимаю, да? Летать уже в лицо. Да. Я боком стану. Какие хитрые, а? В тушку. Все, до свидания. Вообще просто наизян. 20 секунд, 600 км. Слушай, а вот я активировал турель водителя, она не стреляет вообще. Я нормально. Ничего не происходит. Это, я понимаю, мощь. Тепорт, подлетай еще. Извини, но надо тесты. Ну чем, опять на 600-ке? Не, ну 600-ку мы только что проверили, мы уже все поняли. А что у тебя еще есть? Mm-hmm. Что у меня RAV, кстати, есть, на нем тоже, по-моему, щиты твердые. А, Жень, у меня есть этот, Starfarer. Да, Starfarer. Интересно, интересно. Только его квеймить надо. Надо было отправить, так, отлично. Так. Что я хотел сказать? Шепард, бери любой корабль, лети сюда. Так, Токсик, выходи из кресла водителя. Бэкспейс, ты же сохранился, правильно? Да. Вот. Бэкспейс и бери этот, Старфера. Да, давай я только делаю вне машины, потому что из-за трупа я забаговаться могу. Ага, хорошо. Дим, да, мы на этом, мы на ПТУ. Это первая волна. Карак у меня, кстати, Карак. Тини, мы сейчас это сделаем. Сейчас мы Starfarer проверим. Вот, дальше я сдохну, возьму Карак. Ребята сядут за машинку, я подлечу и будем тестировать, что будет происходить с Караком. 20 секунд, конечно, на 600-ку. Это я до сих пор в шоке. Ну, короче, вы поняли, да, ребят? Машина — это смерть какая-то. Колеса. Отдельно Дарк замерим, но у него должна быть такая же сигнатура, как и у баллисты. Подтверждается. Так, сейчас, секунду, я ставлю кнопочку, чтобы лишний звук не шел. Угу. Так, крючок выше. Блин, ну реклеймер только у меня, наверное. Я возьму тогда, если что, реклеймер. Старфары Джимини, кстати. У него, по-моему, ХП даже больше, чем у обычного, верно? Ну да. Угу. Так, смотри, клеймит, он будет 7 минут, но подоспел редимер, я могу пока редимер взять подлетел. Не, редимер не надо. Мы уже поняли, ну, слушай, я думаю, редимер спустится еще быстрее, чем 600-ка. Подожди, а еда и вода тебе не нужны больше? Не надо. А, ну вот. Ладно, я пока 7 минут бегаю по станции тогда. Ага. Если что, вода и еда у меня с собой есть. Пытаюсь понять, они за... Твою дивизию. Случилось зависание. Так и у меня тоже все зависло. У тебя тоже все зависло? Да. Тепорт, а у тебя что? Ну, у меня корабль немножко глюканул, я подождал 10 секунд и он отвис. Нет, у меня по-прежнему все висит.
Так, все, я этот Alt F4. То же самое рекомендую делать тебе. Ну, Токсик. Ну ладно, давай. Да. Окей. Я тоже выйду, чтобы с вами зайти. Вы сломали сервер тестами. Сломаешь его. У меня так хорошо гавит, что у меня Alt F4 даже. Подожди, подожди, сейчас он этот отлагает. Да. А? Так, сейчас перезахожу. Да, Тиня, я согласен. Только смотри, Тиня, я тебе хочу сказать, знаешь, как оно будет вообще? Ты же не забывай, есть еще и баллисты. Баллисты на даль бьют, а эти уже принимают то, что баллисты пропустили. Во! А по поводу мелочи, ребят, не забывайте, что у нас есть еще другая техника, которая сможет справиться с этой мелочью. К примеру, какая там еще техника есть? Наземная против мелочи. Тиар, циклон. А, точно. Какая дальность у пушек? Ну, как у четверок. Я не помню, сколько там у них. 1800 или сколько? Так. Я захожу. Я в меню. Я сейчас захожу пока. Шепард, может, ты выйдешь, пока мы сейчас затащим сразу тебя? Да, я тоже Alt F4 и дружусь заново. Угу, давай, тогда мы ждем тебя. Много ли девушек играет в Star Citizen? Я тебе хочу сказать, есть девушки, которые даже стримят Star Citizen. Понятно, что девушек не так много в Star Citizen, как мальчиков, но они и есть. А ты зачем интересуешься? Ты же поджениться решил? «15.207 ошибка. Это что такое? А, это что-то новое. Это что-то новое. Дим, мы на ПТУ. Первая волна. Ты на лайве? А, вижу. Есть. Инвайт. Шепард офлайн, пока ждем. Мне, в принципе... Да, я пока гружусь. Ага. Мне нажимать ничего не надо, только когда мы все дойдем, ты сам нажмешь, и мы полетим. Да, я тогда за чаем схожу пока. Давай. Алексей Попов, привет. Да уж, Карпа, если теперь засядет, то канат. Только если бомбу скидывать на них. Вот. Но опять же, не забывай, против бомб есть у нас баллиста. Алекс Ронд, вот, ребят, вы сейчас расцениваете как бой один центаврион против одной шестисотки. Давайте будем оценивать бой 4 центавриона против одной шестисотки. А? Я в меню. Понял. Затянуло? Затянуло? Шепард! Прием! Да нет. А? Пока не затянуло. Тогда присоединяйся, потому что я зашел в игру, и оно тебя не потянуло. Это очень плохо. Да, ребят, москит, в том числе. Машинка быстро уничтожится.
Ну, поймите правильно, там щиты, там то ли первый или нулевой размер, мы уже там посмотрели. Ну, она быстро будет уничтожена. А, вопрос, насколько кораблю, пилоту корабля будет удобно стрелять по этой машинке. Не забывайте об этом тоже. Это ж... Вы опять, вы оцениваете один против одного. Надо оценивать группа игроков против другой группы игроков. Тут будет уже иметь значение стратегия, тактика. Короче, пока цыги меня уговорили купить эту машинку. Виктория, получилось зайти, нет? Нет, полный сервер. Полный сервер. Что сейчас за этот? Я побьюсь пока. Да я сейчас выйду. Тине, спасибо за фоллоу. Четыре центриона, это 8 человек в 600-ке полстре. Окей, хорошо. Время нас рассудит. Опять же, ты оцениваешь в рамках 50 человек на сервере. Так, я снова здесь. А, не затянуло тебя, да? Нет. А попробуй, есть сколько у меня? Есть там люди? Нету. Получится зайти, нет? Ну, 48 человек, я сейчас кликаю, посмотрим, закинуть. О, я думаю, вы быстрее зайдете на меня в том случае, если вы выйдете из группы и постараетесь присоединиться через друга. А Тори тоже не закинула, получается? Никого не, никого не закинула. А. Полный сервер пишет теперь. Хорошо. Я думаю, вы ко мне сейчас не пробьетесь, потому что, скорее всего, сейчас будет грузиться и выкинет какую-то ошибку, типа 30к. Ну, значит, мы тебя ждем минут 5. Скорее всего. А, Дим, зайди в любой голосовой канал, я тебя перетащу к стриминговую. А, это все, это вечная загрузка. Сейчас, ребят, я в Alt F4 зайду заново. А если у тебя стартовый корабль, Лёш, оставайся на стартовом корабле. По-любому, рано или поздно купишь эту технику за игровую валюту. Серьезно. Ну, если ты прям фанатеешь от наземной техники, тогда есть смысл. Как в старые добрые времена. Да, кстати. 20 минут, блин, входишь в игру и 15 минут играешь. Спроси, ты нам дарит даже тот игровой опыт, который мы у него не просим. Ну да.
Нет, не код, ну, точнее, да, код гейминг, все правильно, Дим. Так. Дисбанд пати. Пати я задисбандил. Инвайт, еще раз инвайт. А ты кикнул, мчули, из пати? Угу. Только, Алекс, не забывай, что воздух будет тоже прикрывать наземный бункер какой-нибудь, например. Ну, предположим, аутпост. Бой за аутпост, да? Аутпост будет охранять турели ракетные, будут охранять баллисты, будут охранять центаврионы. И плюс будет воздух охранять. Да не, нафиг, выходи оттуда, заходи на новый сервер. То все фигня. Ссылочка на сервер, сервер Discord в описании стрима. То ты многого пропустил. Сгоняйте на ней на Derelict Recla. Загнать ты между туда и поехать туда же. Так, готовы? Если что, там присоединяться попозже. Готовы, ребят? Угу. Затащила? Угу. Да, пошел. Дим, ты пробивайся тогда, если что. Ты почему-то меня кикнул из друзей, вместо того, чтобы выйти из группы. Дима пытался пробиться на сервер. Так, надо же как раз, ну ладно. Там кнопка очень неудобно расположена. Ну, да. Удалить из друзей. Нравится, есть спартанец Dragonfly, Hovercraft покупал как болванки для апгрейдов, но так и оставил пока. А-а-а, тогда есть смысл. Но пока ценник неизвестен на нее. Сразу предупреждаю, пока информации нет. Слушай, а баллиста сколько стоит? 140, правильно? Да, где-то так приблизительно. Я думаю, это тоже где-то будет порядка 140-150. А вот я вангую, будет стоить 160, мне кажется. Ну, где-то так, возможно. Ну, в пределах, я думаю, 140-200 точно будет этот ценник у нее. Джос, мы... Да, мы на своем сервере сидим. Стриминговой. А ты что, играть будешь? Так, я вызываю Старфара, получается. Да. А я вызываю Карак. Нормально. Ангар 14. Летим куда? Сейчас надо выбрать какой-нибудь спутник, где светло. Там вызвать Центавриона и проверить на прочность. Карак. Здравствуй, Роскосмос. Против любого количества центавриона и баллисты я бы противоставил Идриска и Полярис в персе. Остается вопрос в том, будет дальше рейндж атаки от торпедами. Ставлю, что у Поляриса. Давай для начала узнаем, насколько это будет выгодно. Это раз.
Во-вторых, ты же понимаешь, да, что торпеды сбиваются. Это два. И они сбиваются легко, на самом деле. У нас будет еще система ППО. ПВО, которая, да? Так что... Давайте посмотрим, когда все будет работать. А машинка интересная. Ее, конечно, могут... понерфить. Ну, допустим, аутос. Пока у нас ничего не стреляет само. Соответственно, на все эти пушки нужно по человеку. Допустим, у тебя там две турели, две ракетины, 23, а это 6 человек. Это 6 600. Хорошо, давайте представим другую картину. Мы вызываем Кракен и на все площадки Кракена заставляем этими машинками. Как вам такая система, а? Это бред. Чего? Ну, слушай, мне кажется, это слишком большая нагрузка на сервер будет, по-моему. А при чем тут нагрузка или нагрузка? Мы сейчас... говорим чуть-чуть о другом. Во-первых, Кракена сейчас нету в игре. Мы сейчас о другом. Представь, на все платформы заставить Центаврионы. Как вам система ПВО? Атомик, ну, Бэби, привет. Мощно, конечно, но как-то не знаю. Так. Летим мы куда? Райдер. Летим, да. Райдер. Ну, я, по крайней мере, туда прыгаю. Не будет. Сигнатура. Сигнатура. Ребят, вы забываете о таком... еще о такой вещи, как сигнатура. Вот сплэш... вот тут я с Роскосмосом отчасти соглашусь. Сплэш, взрывы, да, окей. Он можно запустить на слепую торпеду, приблизительно по наводке. Если кто-то есть, помогает с наводкой. И бабахнуть. Кракен, наверное, из пушки. Да, помимо пушек еще поставить центаврионы. Арта. Это как и на Нору прокатит, я думаю, как летающий фортпост будет. Ну вот, кстати, Роскосмос тоже правильно сказал, что непонятно, что будет со щитами. Будет дамажить или не будет. Так, а на ней пушки меняются? На тачке на это или нет? Сейчас проверю. Кажется, менялись. Потому что можно будет просто пару дисторшенов поставить, пару к обычному, и все. Щиты снимаются блоком. На одну баллистику поставить, а на второй дисторшены, да? Да. Одна снимает щиты, вторая баллистикой просаживает потом.
по-моему, Штерфайл управляется хуже Карака даже. Вполне возможно. Очень неповоротно. Это на плату не летал. Да замедляйся, ты уже курс пойди. По инерции летит вниз? Да. Ух. Ну, ладно. Вроде сумел остановить ее. Так, ладно, я зависаю просто. Ага. Слышал 40-ю серию карт отложен на 23-й год. Слушай, если отложат, я сказал, я пойду тогда просто куплю. А, Дим, выбери себе роль корпората. Выбери роль корпората и заходи в голос. Ты роль не выбрал себе. Там же бот все подсказывает вам, ребят, что нужно сделать. Ну, уж этот бот. Если все получится, как хочешь, Женя, что ж, где-то в тихом углу будет плакать один джавелин. Да. Джавелин, да, джавелин. Джава. Друзья, если вы присоединились к стриму, хочу вам напомнить, что сейчас проходит мероприятие FreeFly, которое под названием это бесплатный доступ к игре. Вы сможете до 15 числа поиграть в игру бесплатно. До 18-го, да? До 18-го, они что-то скорректировали до 15-го, в общем. До 18-го, это если совершат покупку и получат еще дополнительно Dragonfly в ангар и там... Ну, 5000 кредитов, это и так постоянно. В общем, реферальная ссылочка, которой, чтобы это все получить, вы найдете в описании стрима. Что делаем? Так, Шепард, ты на каком корабле? На Рафе. На плоту. Оставляй, спускайся на планету. На спутник, извини. Токсик у нас будет в качестве цели сейчас. И потом я буду в качестве цели. Я вообще рядом с тобой стою. Да? Вот это ты подкралась. Your vehicle has been delivered to the following location. Please visit us again. А где ты? Goodbye. Рядом с Караком. А, с Караком. Я развернулся, не вижу тебя. Что происходит? Шепард, подходи к Центавриону. Я пытаюсь выбраться из Рафа. Ладно, сейчас за тобой заеду. Парапет меня открой, а то меня не выпускает. Кто? Раф, корабль мой. Собственный корабль не пускает? Так, я вылетел. Да я вижу тебя, вести пока. Аккуратненько.
Так, Шепард, иду к тебе. Виктория, скажи мне, пожалуйста, что... О, ты вывалилась. Пойдем. Вот зараза, а. Он тебя выплюнул. Только знала, что не надо покупать эту хрень. Ты за игровую хоть купила? У меня что-то в него превратилось, по-моему, титан. Так, садись за место пилота, девушка. Сейчас, погоди. А никого Геркулеса нету? Если вы попробуете засунуть ее туда, в Геркулес? Не, ну понятно, что залезет. Я думал просто на аутпост какой-нибудь поехать выполнять задание на ней. Так. По идее, в ангаре. Поворот, писец. Ну, так. Так, едем там, где находится Токсик, и сейчас будем расстреливать его корабль. Верни туда пушку, потому что я его не вижу. Окей, сейчас, минуту. Ну и как, понижешь путь чисто немного? Сейчас, секунду. А, все, вижу, вижу, вижу. Я понял, Ясон. А сколько тебе до этого осталось? До консьержа? Мы еще в зоне запрета огня. Мне отлететь еще назад? Не, не, все. Шепард, остановись. Что с щитами, Антон? Передний уже на 10... Смотри, они у меня забагованы, это показывает 25 вместо сотки. Но передний уже красный, передний все 0. Все, нету щитов передних, да? Да. В общем, показывает 75. Ну, если по линии не по. Во, все, взорвался. Все, Антоха, лети сюда. Короче, да? Ребят, даже, как говорится, не всадили весь запас. А сколько ты потратил выстрел на него? Ну, где-то чуть меньше 200. Нифига себе. Ладно. Не дурно. Ну, опять, это на каждый ствол. Ты понял? Ну, то есть Рина показывает, ты там понял, где-то показывала 30, что-то приблизительно 226. Ты понял? Ну, имеется в виду 30 оставшихся зарядов из 226, вот так вот. Подожди, у тебя на каждый... Пол 226 получается, да? Да, на каждую пушку по 226. То есть получается, что в общем ты потратил где-то 800 выстрелов. На весь где-то пол. Так, да. Угу. Не, ну это уже другое дело. Вообще, по-моему, вообще просто 200. Я как-то 800 это купил. Академ, я думаю, что скорее всего все вот эти вот скины, о которых ты говоришь, которые эксклюзивные, выдавались конкретно под ситконы и так далее. Нет, я думаю, не будут. Могут быть аналогичные, похожие. Вот, ну, тормози, Виктория, я сейчас сяду на карак. Что-то близкое к тому, но не те самые.
Ну, это лично мое мнение. Я могу быть неправ. Вы не понимаете, это другое. Другое. Да, 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 все ты правильно говоришь, Алекс, согласен. Дело в том, что действительно щиты у него не забагованные, а это просто перераспределение энергии на все, по всем направлениям, поскольку у Старферера получается 4 щита. Щит, грубо говоря, щит 100%, и вот эти 100% разбиты на этот... вот оно что, а я думал, это баг такой. Нет, знаешь? Нет, это не баг. Окей. Окей, я буду знать. Я этого не знал. Скорее всего, изначально это был баг, но... А потом, баг становится фичей. Да. Поэтому мы будем еще смотреть, что они будут делать дальше. Так, а какие прогнозы на версию Б? На бета-версию игры. Все думают, купить, не купить видео. Напоминать на 1080 Ti, думаю... Она не потянет нормально. Ну, смотри, 1080 Ti, в принципе, это должно хватить. Но если в 10. Если ты будешь играть Full HD. Не туда приехал. В общем, как-то так. А до бета-версии, я думаю, еще. Надо 4.0 дождаться. И в зависимости от того, какой будет 4.0, мы поймем. Вот. Когда приблизительно хотя бы будет бета. Потому что альфа 4.0 это будет финальная версия альфа. Слушай, Жень, вопрос такой. Можешь взять гладиус прилететь, типа побольше по маневрирующей цели, как бери любой, скорость. Пожалуйста, возьми любой скоростной корабль, чтобы прилететь и сесть на Центаврион. Да. Шепард. Легион, привет. Шепард, видишь, куда я лечу? Угу. Все. А, блин. 2070-7700K, какой FPS? Ну, если Full HD, у тебя должен средний FPS быть где-то, я думаю, 50. Точно. Просто понимаешь, что такой момент, в городе у тебя будет FPS однозначно там 30-40. А вот, например, в вот таких местностях у тебя должен быть хороший FPS. Ну тут больше психологический фактор. Один раз увидев игру 4К, да. Full HD уже не вернешься. Да, есть такое. Так, Виктория, я вроде как отлетел. Ну я тут припрыжку через камни. У тебя уже скажешь, когда у тебя зона запрета огня будет. Когда 4.0 выйдет. Ждем первый квартал 23-го года. Все есть, да? Все, ждем тогда. Сейчас приедет Антон. Вы там определитесь, кто за пушку сядет. Да что сейчас? У меня просто все клеится, и гладиус, и вообще все. Канте, привет. Насчет 2К и 4К, сомневаюсь, но вот 60 FPS и 140, ну тогда. Не вернешь. Не вернешься к 60. Муги, каждому свое. Вот серьезно. Для меня главное разрешение, формат. Ты понял, для меня картинка. FPS я могу и в 30 играть, и в 60 FPS. Хотя, да, я хочу отметить, что плавность чувствуется. Пока вот Антон летит, давайте мне просто интересно сигнатуру замерить нашей машинки. Виктория, стой пока, не двигайся. Пропала цель.
Так, 1200 метров. Правильно я посчитал? На секунду. О. Да, 1200 метров, ребят, это получается. Даже меньше. 1100... 1180, да? 185. 1190. Сигнатура. Жен, подскажи мне, я просто сейчас заметил такую штуку, что он теперь приключение Гладиуса физически руками нажимает на кнопки. Это что-то новое? Нет, это анимация была у Гладиуса. Это ж для Сквадрона делается. Я просто ее не замечал. Тори, садись за место стрелка. Скажешь, когда будешь готова. В моей пушке тебе об этом скажут. Самое обидное будет, когда его понерпят. О, да. А если Тори включит стелс-мод? Отдельно вернемся к этому вопросу. Это, кстати, хороший тоже вопрос, Дарк. Ты имеешь в виду уменьшить сигнатуру, да? Так, стоп, остановись. Девушка, остановись, пожалуйста. Сейчас у меня восстановятся полностью щиты. У тебя пушки, скажешь, когда восстановятся, хорошо? Так, у меня щиты восстановились. Пушки у тебя восстановились? Шепард. Прием. Шепард, Шепард. Раз, раз. Сейчас, секунду. Вектор, привет. Да вот, тестируем по чуть-чуть. Я прошел RDR 2 и Киберпанк все на ультра 2К, но с FPS около 60 на 38 ставил выше FPS, но не приятно глазу, когда управляешь графику. А ты просто играл в эти консольные игры, поэтому там чуть по-другому это работает. Пушки готовы. Огонь! Не останавливайся, пей. Отлично. Выдержал. Готов. Огонь. Сразу стреляй. Выдержал. Выдержал. Выдержал полный, да? Да. Карак выдержал. А быстро восстанавливается, кстати. Ну, секунд 5-6. 5-6. Ну, так восстановление можно ускорить, если перекинуть. Да, это понятно. Мы сейчас рассматриваем все в рамках стока. Да. Второй вы. Ну, морда красная уже. Восстановление щитов. Ну, карак жить будет долго. В целом это не удивительно. Супер, потому что уже четвертый раз заходим. Да. Ох ты. Отлично. 3,5 капаситора. Пахнуло знатно, кстати. Good. Так. Сейчас я прилечу к вам. Ты на чем сейчас летаешь, Антон? Гладиус?
Ты сказал на чем-то быстром прилететь. Да-да-да-да, хорошо, отлично. Давай я по тебе постреляю, как раз проверим, как ты будешь ворочаться. Подожди, подожди, Шепард. Не спеши. Дайте прилететь. Понаблюдай за своим действием. Трак все перестреляет, короче, с пушек. Так, я не хочу давать. Там же краб не прилетел, я надеюсь, потому что я нажимал на отказать. Welcome to the ASOP vehicle retrieval system. Ты прилетел? Крайм. Да вроде нет. Да что? Как где спутника все равно нет. Или есть? Да вроде был как, ладно. Когда меня уничтожили, у меня это сообщение даже не обеспечивало по поводу отказать меня Краймель. Так, ждем пока что. Я сейчас жду Клейма и прилетаю к вам. У нее веснушки, как вы думаете? Так что, пацаны, 4К или 140 FPS? 4К. Вот. Это люди, которые не любят 4К, они видели 4К Старситиза. В какой игре лучше картинка, в какой-то FPS? Не, ну FPS однозначно важен именно в шутерах, это понятно. Да, да. Кстати, Хаммер отправить на Клейм. Интересно, 890 пострелять. Да, наверное, устанешь стрелять. В принципе, это логично. Он не должен, блин, выносить легко 890. В целом, я считаю, эта машинка больше рассчитана на корабли с размером Constellation. Вот что-нибудь такого. Тут еще есть один момент, который я, правда, не знаю, как это затестить толком. Но... Понятное дело, что эта фигня может вынести много кораблей, а вот насколько быстро ее могут вынести до того, как... Сейчас мы проверим, это отдельно, сейчас подожди. Сейчас прилетим и сейчас будем это все проверять. Потому что, мне кажется, ей одной ракеты хватит буквально. Ну, я не исключаю. Сейчас мы проверим, кстати. Welcome to the ASOP vehicle retrieval system. Так, Виктория, если тебе не сложно, сядь, пожалуйста, за место водителя. Сейчас я прилечу, проверим. Your vehicle has been delivered to the following location. Так, ангар 4. Please visit us again. 4К с 120 FPS. Блин, найти бы такой моник. Он, наверное, стоит пипец сколько денег. Это как в таком форейне. Добавили 120 FPS, только смысл, если телевизор не поддерживает. Ну да.
Томптер, привет. А мы тестируем новую машинку просто. По сравнению со Скайримом они красавицы. Хорош, Легион. Так, Шепард здесь у нас. Вижу. Насколько Скайрим получился эпохальной игрой, что с ним до сих пор все сравнивают. На другую игру не продавали 20 раз. Так, стоп. Какого хрена? Я на Майкротеке оказался. Я же сохранялся. Сейчас, ребят, я лечу, короче, к вам. Чё за дичь? Как вы достали? Тартимер, привет, спасибо большое. Я тоже хорошего просмотра и всего наилучшего. Торе, а как ты активировал вот эту маленькую турель? Я когда садился за место водителя, я не смог ее включить, она не стреляла. С правой стороны есть два окошка. Первое окошко на экран — это деплой, то есть когда машинка становится на опоры, а второе — как раз удаленное управление турелью. Так, я... в управление зашел, я крутить ее мог, а вот стрелять она отказывалась. Там какая-то отдельная кнопка есть, что ли? Так, я, например, делаю апскейн с 2К прогой. Лустер скейн в 4К FPS качестве такой же, как в 4К FPS, как в 2К. Апскейлинг есть и в самого NVIDIA, самой NVIDIA, только смысл не вижу. Артур, не получается те же самые 4К, чуть-чуть. Центурион только для работы в команде. Например, работая в качестве центуриона у ларджов, реально шансов не будет. Особенно незаметимой сигнатуры. Комбинация с баллистой бессмысленна. Не согласен? По поводу комбинации с баллистой я с тобой не согласен. Смотри. Баллиста, ее задача выпустить как можно больше торпед и ракет летящего врага сдалека. Все, что остается, на себя принимает центурион. Вот и все. Под левую руку? Да. И джойстик под правую руку? Да. Да, я летаю с двумя стиками. Под левую и правую руку. Я тебе больше даже скажу. Есть ребята, которые летают под левую руку стик, а под правую руку мышка. Так, ребята, я к вам лечу. Я надеюсь, на Cruel 3 есть заправка. Центурион я еще не покупал, потому что его еще не продают. Вот как будут продавать, я посмотрю на цену. Если она будет плюс-минус адекватная, то да. Проблема заключается в том, что, зная цигов, они его немножко понерфят. Ну, сейчас это просто машина убийства. Не, ну да, машина для убийства. Она прям хороша. Подождите, а вот вопрос такой. А... Нова такая же была, когда ее только выпустили? Убойная? Или нет? Еще раз? Нова танк
когда его только выпустили. Так. Он такой же убойный был? Его нерфили после этого, после релиза? Да нет. Он как был, так и остался. Просто танк там, он, да, шотает, но ты еще попробуй попасть с танка. Там не так все просто. Да ладно, попадали. В танчики шадрали. Не, это ты имеешь в виду, когда танк против танка, а против воздушной цели. Ну, слушай, здесь важнее, чем попадать пушкой Иона, по-моему. Наверное. Так, Рост, привет. Элис, стрельба на планете как в Zoom. Блин, как чемпион в Zoom. Сейчас, извините. Так просто, если смотреть в точку зрения баллисты, у них разные дистанции боевки. Смысл в том, что корабль по попаданию ракеты баллисты будет настолько глуп, чтобы отойти и отрегинить щиты. Но там же еще сплэш может немного пройтись по этому, по корпусу. Здравствуйте, Владимир. И все лоу-кост машины и корабли покупаются за игровые деньги. Да? Так и есть. Вы что, серьезно? Подождите. Где? Тысяча километров сейчас. То есть 7.12, когда ждать примерно? Я думаю, после фрифлая. Я поражаюсь вам. Вы уже сколько сидите в Star Citizen и одно и то же. Одно и то же. Лучше бы улучшили, вместо того, чтобы штамповать машинки, лучше бы улучшили FPS. Вас не смущает то, что это абсолютно разные команды работают, ребят? Я так понимаю, здесь ни хрена нету. Я в плане того, что станции. Очень на то похоже. Нахрен рисовать точки, блядь, Лангранжа, если здесь нету станций? Или я должен запоминать, где они есть, а где их нету?
The ASOP vehicle retrieval system. Vehicle selected. Stand by. Алексей Попов, хорош. Your vehicle has been delivered to the following location. Лучше бы у меня кухню, плитку переложили. Достали. Так, достанешься, да? Точку он не достает. Тут достает. Тут тоже достает. По идее, должны долететь. А как тебя перетащить, если ты в голосовом канале не сидишь? Так, ребят, я заново вылетел, потому что я прилетел, топ-ляк закончился, и там не было рестопа. Я уже видел на стриме. Окей. Okay.
Любой зайди, я тебя перетащу просто. У тебя зарял пожизненная страховка, а за игровые деньги надо постоянно страховку покупать. Не совсем. За реальные деньги у тебя, ну, смотри, пожизненную страховку ты можешь получить только в том случае, если техника первое, продается впервые. Второе, находится в пакете каком-нибудь, который есть LTE. Там может, например, быть в пакете с какой-то новой техникой, к примеру. Третье, если техника стоит 1000 и более долларов, там может быть и LTE. Или если это JPEG. Ну, я же сказал, впервые продается. JPEG, я тебе хочу сказать, продаются тоже не с LTE. Если они продаются второй или третий раз. Например, тот же самый Merchantman. Он же JPEG на данный момент, правильно? Вот. Но продается, нет LTE, все. Дим, я тебя там не вижу. Я вижу, вот Бур сидит с Димом 3767. Мне иногда такое ощущение, чтобы разобраться во всех этих тонкостях покупок пакетов, реально нужно юристом быть практикующим и экономистом. Достал уже. Трифлай 7.15. Что такое 7.15? Вот я вижу, во FreeFly сидят FreeFly 01. Вижу, там сидит Energy и Rift Sky. Жи, у меня такое ощущение, что он на втором серваке. Ну, наверное. Я же сказал ему, что если он хочет с нами полетать, он должен быть на нашем сервере. Так. Не понял. Что за дичь? Core L4. Значит, too close. Происходит. Строит какой-нибудь. Стоп. Где... А, вот она, станция. Боже мой. Через пропуск сделано.
Я даже не консьержа, договор на поставки по работе составить проще. Ребят, не аккаунт, стартовый пакет. Вы не путайте, пожалуйста. Вы покупаете стартовый пакет. Аккаунт вы создаете, а стартовый пакет вы покупаете. Это разные вещи. Please proceed to assigned landing bay. А вижу. Вот нахрена они поубирали лендинг пэды? Почему я должен сейчас долетать в ангар, чтобы заправить этот корабль? Идиотия. Да пускай уже создают какие-нибудь заправочные узлы. Почему Тори не стримит свои полеты? Тори, а почему ты не стримишь? У меня не очень хорошо с интернетом сейчас. Понял. Я, кстати, если все будет окей, может, все-таки добью тему с гигабитным интернетом. Может, наконец-то гигабитный интернет будет. Эх, гигабитный интернет остался в Москве. Кстати, вроде все говорят, интернет фигня, скучно, а вот лично давно ждал, что на сестибалиста именно бушки. Лил Дип, кто сказал? Я лично не говорю, что это фигня, я говорю, что это техника, которая будет вписываться в свой геймплей. На данный момент проблема в том, что для наземной техники как такового геймплея нету. То есть все, что с наземной техникой происходит, происходит только благодаря активности самих игроков. Думаешь, они в конечном счете сделают миссии для наземной техники, типа? Конечно. А ты думаешь, нет? Я никак не думаю, я просто... А ты ж видел ситкон Спайра? Турельки, да. Которые стреляли, да, ракетами. Ну вот представь, да, там будет стоять таких турелей так 8-9, например. И тебе выгоднее будет все-таки где-то остановиться в 10 километрах и выехать на автомобиле. Я думаю, что они скорее наземку, ну как бы под наземку сделают именно театр войны. У меня такая... Театр войны — это театр войны. Там будет не только наземка. Там будет и ФПС, и наземка, и корабли.
Там же в зависимости от того, какая фаза будет. Вопрос не в этом, в том, что использование... Я, например, беру технику не для театра войны. Я беру технику, там, FPS-оборудование, FPS-эквип не для Star Marine. Я беру чисто все для ПУ. То есть все, что я беру, я хочу, чтобы оно было использовалось в ПУ. Меня интересует только ПУ. Меня не интересуют сессионные игры вообще на данный момент. Если бы я хотел бы в сессионку поиграть, я бы мог бы пойти в батлу поиграть, мог бы пойти в тундру поиграть. Что там еще у нас есть? Тарков и так далее. Геншин Импакт. Боже. Final Fantasy 7 ремастер. Не, я просто честно скажу. Не 7, 14. Ты что, вообще офигенная онлайновая игра? Там космос есть, Жень, даже корабли есть. Смотри, я вот тоже фанат наземной техники, но я ее не покупаю за реал по той причине. Во-первых, я реально не знаю, насколько она будет качественно реализована, в конечном счете именно в ПУ. А во-вторых, это то, что наземка — это уж точно не тех вещей, на которые ты можешь напарнить и дать в другом более полезном корабле, на который ты можешь пройти деньги. Для театра войны они будут продавать отдельные джипеги. О боже. Это шутка. Не обращай внимания. Это страшная шутка. Очень страшная. Обжиг, я тебя тоже приветствую на стриме. Я смотрю, ты аватарку сменил. Пати кину сейчас, секунду. В виде космопеха будет Хриса космопеха. Господи, зачем? Блесни. Чтобы его убивать почаще, да, разве что, знаешь, как кукла для битья. Зорф, Серджио Ди Негро, привет. Ниже парень, который будет работать Star Raiders, по-моему. У него одного из пиратов зовут Крис Робертс. Я боюсь, что самые отбитые фанаты будут делать с этим NPC нечто другое. Ну да, как говорится, отыграется за все баги и глюки, да? Сейчас осталось, чтобы меня тормознул еще этот патруль для сканирования. Это так, знаете, такой эпик за сегодня. Как старые добрые времена. Угу. Это как раз Хёрстон, Лорвиль, они здесь любят это делать. Ну,
Стоп! Стоп! Гребаный круиз-контроль. Ты разбился? Нет. Я чуть джойстик не сломал. Не достали этими ангарами, блин. Банду, присоединяйся. Оу, Кинович, спасибо за платную подписочку. Другу, платная подписка. Спасибо. Это у нас кто-то, наверное... Одну секунду. Роман Васильев. Охренеть. Дружище, спасибо тебе огромное. Оформил 30 подписок платных на Твиче. Ну, крепимся. Спасибо, Бейкер. 30 платных подписок на месяц. Спасибо, Бейкер. Черт, знает, как поднять настроение стримеру. Спасибо, Бейкер. Как в российском фильме, да? Бабки, сука, бабки, бабки. Спасибо, Бейкер. Так. Гладиус, я... Спасибо, Реклеймер. Лайм. Спасибо, Фейкер. Да, кстати, интересно, сколько будем Реклеймер ковырять. А я вот сейчас с Реклеймер поставил. Спасибо, Фейкер. С другой стороны, это гражданский корабль, я думаю, там не особо большие счета. Да, так, сейчас я попытаюсь. Спасибо, еще раз Бейкер. Прописаться. Пап, у меня вопрос. Спасибо, Бейкер. Корабль, у которого было, ну, три раза больше ХП, чем положено. Реталятор, по-моему, это до сих пор так или это подключено? А ты на спектруме задай Бейкер вопрос. А то ты задаешь вопрос, как-то знаешь, в пустоту, мне кажется, здесь. Нет, я к чему? У меня спасибо, реталятор Бейкер сюда тоже перенесся, на ПТУ. Можно по нему пострелять? Так. Спасибо, Бейкер. А, вот они. Спасибо, Бейкер. Спасибо, Бейкер. Даже Депа попал на платную подписку. Легион, я тебя перетащил. Спасибо, Бейкер. Привет. Спасибо, Бейкер. Жесть. Спасибо, Бейкер. О, так. Берем Гладиус и летим. Спасибо, Бейкер. Ангар 03. Спасибо, Бейкер. Ух! Каматек оформил платную Бейкер подписочку. Тоже. Ну. Роман Васильев, еще раз тебе огромное спасибо. 30 платных Бейкер подписок, это сильно. Спасибо, Бейкер. Спасибо, Бейкер. Спасибо, Бейкер. Спасибо, Бейкер. Спасибо, Бейкер.
Боевой брать? Да мы тестируем все, Дим. Спасибо. А что у тебя есть? Реклеймер есть? Thank you. And please visit again. У кого лидер? Как он цепится? Что? У кого лидерство в группе? Сейчас легион кину. Ты на сервере уже, да? А что? Я... что это сейчас всем доступно, да? Что? Я в меню, у меня просто Тори только... А, тогда я на Тори кидаю... Слушай, а может ты зайдешь тогда? Потому что у меня тут, понял? Я сейчас на Торе кину тогда этот лидер пати. Все. Да, Тори. Теперь ты императрица. Госпожа. Госпожа. Да. Хорошо. Сейчас весь стрим Женя будет благодарить бейкеров. Так, а Шепард, ты тут? Прием. Да, тут. Выйди, наверное, на всякий случай, чтобы мы тебя не зацепили. Ну, бессмысленно нету, я думаю, сейчас терять технику. Я хочу его сейчас залочить и выпустить ракету для начала. Смотреть, выдержит ли он ракету или не выдержит. Хотя, наверное, было бы интересно, если он выдержит, слетели ли у него все щиты, да? Останешься тогда. Получится? Мне выходить? Я думаю, как поступить правильно. Мне кажется, почему-то, если запустить ракету, он сразу лопнет. Я прилечу еще раз, ничего страшного. Ну хорошо, давай тогда. Так. Я чуть он на боку. А, все. Щиты видны? Сейчас переключу секунду. А, слушай, очень интересно. А ну, секунду. Не, все нормально. Ты есть, давай. Оп, потерялся. Окей, 1000. Я тебя не вижу на сервере. Сейчас, погоди. Короче, третьего размера ракеты идут нафиг. Что-то. А дело в том, что из-за расстояния. Ты поняла? Из-за расстояния ракету нету возможности запустить. Так отлети подальше. Так спадает, спадает, да. Понятно. Опа! Не получается запускать ракету. Окей. Скажи, пожалуйста, у меня есть точка на планете, но я нахожусь в обратной точке. Зацепиться через БМ у меня не получается. Так, что там? Нет, я другой способ, чтобы облететь. Хотя вокруг любого небесного тела, имеется в виду, например, спутник, либо планета, есть орбитальные маркеры. Через них пролетай. Там их ОМ называется. ОМ-1, ОМ-2 до 6. Ориентируйся по ним. Серджио и Иван Клюкин, я вас приветствую. Приятного просмотра, ребят. Жень. А. Такой вопрос. У разных кораблей разная дальность сканера. Может быть, какие-то корабли смогут его издалека захватывать и пускать ракету? Мимо. Недолет. Недолет. Понял. Если у тебя
ракеты закончатся, можешь пересечь мой гладиус. Так, а что у тебя там? Судя по всему, опять не попал. Еще 500 все, да. Боже мой. Как ракеты криво летают. Я понял. Ноль. Ноль читил, да? Сразу в ноль. Ну, восстанавливается шустро достаточно. Быстро восстанавливается. 10 секунд щит. Да, 10 секунд щиты полные сотки. Поправка на ветер. Окей. Так, окей. Шепард, скажи мне, пожалуйста. Сейчас, секунду. Так. Осталось понять, какого хрена он не стреляет. Ага, все окей. Так, готово? Гади, щиты восстановятся. Угу. Короче, если долбануть девятками, я думаю, нормально будет. Готово? Давай. Ноль. Быстро, да, съедаются? Слушайте, а он живучий. Я почти убежала. А он живучий, получается. Ну, после нуля он выдержал еще 10 секунд и лопнул. Ну да. Это Light Fighter. Так, у меня игра крашнулась. Жень, я тебя не вижу ни в серваке, это Легиона. Да. Я в меню нахожусь. Я пытался зайти, но тоже не смог вам. Попробуй меня добавить в друзья. Да. У меня в друзьях. А где, на лайве или на ПТУ? Это ПТУ, Легион. А, вон на ПТУ? Да. Я ж тебе написала на ютубе. А тогда я твой. Ладно, тогда я на ютубе. Так. А я не знал про эти марки. Спасибо, лайк, колокольчик. Спасибо тебе большое. Еще вопрос. Тут нету меню целей, как в элите, чтобы ты открыл и видишь все вокруг. А, нету. Мы их, кстати, за это ругаем. Нету возможности там выбрать, да, какую-то цель, ты имеешь в виду, и чтобы залочить эту цель и лететь. У-у-у. Нету такого. Ну, здесь автоматическая система выбора цели есть. Не, он имеет в виду, скорее всего, если его интересует какой-то... Например, станция какая-нибудь, либо планета, либо конкретная точка на планете, куда прыгнуть. Ты поняла? Речь об этом. А, карта. Карта, да. Так, окей. Так, я перезахожу. Я крашнула? Да. Я очнулась на станции, что-нибудь притащить? Я думаю, надо, не надо что-то притащить. Но она неплохо выдерживает удар с лайтфайтера. При том, что у этого у Гладиуса тройки ж стоят. Неплохо. Давай ты ее вызовешь, а я притащу саблю. Попробуем саблю его поковырять. Давай. Ты между полноценный бой попробовать сделать, может? Положим, она стационарно стоит, да, образно говоря? И отстреливается. И отстреливается. Еще и на ножках. Еще и на ножках. Давай. Сейчас. Я не туда зашел. Тут, наоборот, было бы интересно посмотреть, как она на ходу отстреливается. На ходу... Кстати, самое интересное, что пушка, которая на башне стоит, и которую ты управляешь... Так. Ею очень удобно управлять из кабины. То есть ты нажимаешь G, рулишь кнопками и стреляешь мышкой. Это очень прикольно. Так, на 3060 пойдет игра хотя бы на средних настройках. Да, но обязательно SSD. Это обязательно.
ОЗУ. Если у тебя 16, то ставь столько же файл подкачки. Ниже 16 ОЗУ нету смысла. Достали. Так, ну ладно, я жду пока места, чтобы не сервер полный. Пробивайся, Антон. Да. А, Иван Клюкин, да далеко еще до новых раз, ты что? Нам бы хотя бы дождаться этого, как его. Квадрон 42. Иван Вдулов. Да, те самые. Vehicle selected. Stand by. Your vehicle has been delivered to the following location. Please visit us again. Слушай, начал фильм смотреть, как называется, то ли тень и кость, как-то так что-то. Смотрела, нет? Да, тень и кости. Угу. По Netflix. Офигенный фильм. Офигенный фильм, просто. Я сперва реально не понял происходящего. Я подумал, что это кто-то из русских авторов. Потому что там четко видно, это царская Россия, фэнтези, ты понял? Да, правильно мы же говорим? Одно и то же, фэнтези. Там, по-моему, вообще, автор... Автор-американец. Нет, из Чехословакии, по-моему. Нет, там женщина. Писательница. Там писательница, по-моему. Оригинальный сценарий? Может. Я за книгу говорю, не сценарий. А книги нет, насколько я знаю. Есть. У Netflix практически всегда оригинальные сценарии. Ну, может, купили. Слушай, окей, Ведьмак. Все, ушатал. Ну, я так понимаю, это знаешь, фэнтези, альтернативная история, что-то такое, царская Россия, где-то там 1898 год, вот такое вот. Там мир достаточно интересный, да. Я так понимаю, только один сезон, первый есть. Да, второго еще нет. Они, по-моему, даже не начинали снимать. Угу. Тут, ты знаешь, там настолько открытый финал, что тебя, думаю, все равно снимут. Ну, ясно. Вот сижу я с 16 лизу, крашит часто, теперь жду, когда 16 придет. Ну, так поставь себе файл подкачки. Что-то странно творится. У меня кораблик в кванте кружится вокруг своей оси. Сталина козла. Бардута книгу написала. Спасибо большое, Чивола. И она американка, насколько я помню. Господи, если я, что, походу, я готов. Лечу в Пайра куда-то. Я, походу, куда-то в Пайра лечу. У меня какие-то такие эффекты, которых никто в жизни не видел. Ты забаговалась с этим. Подожди, Эксодус, не стреляй, пожалуйста. Я кое-что забыл. Что ты делаешь? Так. Что я хотел? Я кое-что забыл сделать еще. Иван Клюкин тебе передает привет, Шепард. Привет, Иван, привет. Так. Я, похоже, решила улететь на солнце. Да? Ты нас покидаешь? Ну, я в кванте, из которого выйти вообще не могу, и он не заканчивается. Есть такой баг, неприятный очень. Ладно, кошка-маса самоубился. Shield. Weapons.
Все, то есть вообще ни на что не реагирует. Отлично. Я перезахожу тогда. Странно, вроде места на сервере есть. Я кликаю, ничего не происходит. Не подсасывает. Так. Танк уже расстреляли? Нет, не расстреливали. Видите, я, получается, уменьшил сигнатуру, но щиты восстанавливаются дольше. Зачем выключать питание? Нет, бесполезно. Наверное, мне говорит, да? А, это он тебе говорит, я понял. Тебя зассало, да, получается? В сторону солнца. Я уже выпрыгнул, и это самоубилось, все нормально. Окей. Ты летишь, короче. Если что, я готов. Пока еще бегу к терминалу, если что. Так, а почему не стреляет? А, слушайте, я слишком с энергией, наверное, да, на этот нафига крутил. Ну-ка. Ну, да. Энергии не хватает, походу. Так, а ну секундочку. Да. Тори больше не стримит. Нет, Тори будет позже. Ребят, Тори будет позже стримить, как она только решит вопросы с интернетом. О, а что если притащить ион? А что ион даст? Один выстрел и все? Ну да. Ну, вы знаете толк извращения. Ну, конечно. Я тебе кинул дружбу. Прими, я попробую через тебя подсадить на топор. Через шлам у меня не получается. Секунду. Давай, пробуй. Семьдесят пять. Так, и что у нас сейчас будет? Будет три пушки стрелять? Одну секунду. Да, три пушки стреляют. Короче, короче, у нее получается энергопланты стоят, да? Энерго, эти, каких, генераторы. На максималке, то есть к максимуму, ты поняла? Если я хоть немножко скидываю сигнатуру, уменьшаю этот энерговыброс, да, так называемый, чтобы этот, отключается пушка, пушки отключаются. И в зависимости от того, сколько я скидываю. Так, у меня прикольно. Они, наверное, перебираются медленнее, да? Да, а ну секунду, сейчас глянем еще. В общем, если на нее поставить баллистику, то в целом будет такой неплохой, неплохая машинка Телси. И же этот, баллистики-то пофигу. На нее можно баллистику ставить? На нее баллистику можно ставить? А, да, теперь же везде можно. Да. Четыре пушки баллистики, это, конечно, страшно будет совсем. А прикинь, две поставить энергетических или вообще каких-нибудь, которые щиты снимают, и две баллистики, и все. А. Так, Шепард, если что, я готов. Я пока еще вызываю сабля. Ждем. Если у меня получится зайти, я могу взять ретолятор и попробовать девятками пострелять по центуриону, поэтому. Дай угадай, одна торпеда, и он взорвется. Можно даже и не начинать. Не, ну в качестве завершения стрима можно в такое. Хорошо.
Надеюсь, на этот раз меня дорога приключений никуда не ведет. И колени мне не прострелят. Ну что? Сори. Я говорю, надеюсь, теперь меня дорога приключений никуда не уведет, и колени мне не прострелят. Да. Конечно, фильтр направления очень нужен. Потому что я сейчас прыгаю непонятно куда, на тебя или на планету. Что случилось? Да, три свободных места. Я нажимаю Turn Front, и ничего не происходит. Понял. Мне так, что там? 22 километра, okay. 12. Слушайте, если вы у меня светитесь зеленым, это значит, что мы по-прежнему в паде, да, получается? Меню. Дим, мне надо человек в голосе, который будет. Так, а чё я не вижу тебя, Шепард? Голову подними. Что она на 190 градусов, ой, на 90 градусов поднимается. 360 крутится и вверх 90 градусов. Тори, ты можешь меня кикнуть из пати? Ты можешь сам выйти из пати. Не могу. Там-то и дело. Сам нажимаешь на себя, нажимаешь leave party. Leave party. Ты акцентурион, я тебя вижу. Да, но я в меню, у меня нет даже такой кнопки. Все, увидел тебя, Шепард. Готово? А? Понеслась. Ты куда улетаешь? Это было быстро. Да. И это был бой. Нет, Виктор, если бы я сверху зависла в зоне, куда ты меня не достаешь. Так, подожди, она же вроде как на... Или нет, на 90 градусов не поднимается, да? Можем попробовать еще. Да ладно уже. Ну да, у него есть определенный какой-то радиус, понял, где нельзя зацепить. В целом есть возможность, да. Зайти в слепую зону. Я тебе больше скажу, она не может в себя стрелять. Там прям объезжает турель, когда ты пытаешься себя направлять. Да, есть такое. То есть, грубо говоря, перед мордой села и расстреляла. Но там надежда еще на этого, на водителя получается. Ну ладно. Да. Ну, у водителя тоже всего 180 градусов обстрел. Ну да. Короче, у нее все равно есть, это, как говорится, слепые зоны. Поэтому надо как минимум две, чтобы их было. Два центуриона. Дима, давай бой. Дали пока, Виктор, дали пока ко мне. И я так понимаю, дали еще этим.
отсюда Гичин. Эвокатом. Ну, да, не, имею в виду контент-мейкером, да, далее. И этим. О! Эвокатом. Короче, на будущее, если кто-то с этим столкнется, чтобы закинуло, нужно выйти из пати. Я вышел из пати, нажал присоединиться, сразу зашло, без проблем. Это так не работает. Так, вот теперь киньте мне пригласить спать еще раз. Я с вами на сервере. Ушел. Так, что мне взять, на что мне к вам прилететь? Да, наверное, ничего уже не надо. Я могу как предлагаю на прощание ретайлятор взять. Да, это очень быстро происходит. Кто заколебал Муги? Нет, нету такого здесь у нас. У нас такого нету, абсолютно. Да, это было очень быстро. Но опять же, ты был на Хоке. Так, Антон, ты где сейчас находишься? Я сейчас вылетаю в станцию. Станция вылетаешь? А ты на чем летаешь? Ретайлятор. Сколько тебе лететь? Ну... Слушай, пока я зайду в корабль, пока... Ну, минут 3-4, не знаю. 3-4? Может, чуть больше. Сдержка видоса почему-то пошла после отключения света. А, я понял тебя, Дим. Так. Текс. Ладно, ребят, давайте будем на этом все-таки заканчивать наш стрим сегодняшний. Я уже проголодался. В общем, мое заключение касательно Центавриона. Автомобиль просто интересен, просто, ну, как бы, хорош в своем классе. Я уверен, что он займет свою нишу. Я не вижу его абсолютную бесполезность. Только в том случае, если ЦИКи все-таки реализуют аутпосты, реализуют защиту аутпостов, тогда смысл будет существование этого автомобиля. На данный момент это просто автомобиль, как и танки, как и циклоны. Вот, ну, не более того. То есть на данный момент геймплей как таковой, именно связанный с Star Citizen, я не могу придумать. Единственное, что это можно... отогнать ее к Джамптауну, да, к ивенту, если ивент будет по Джамптауну, поставить ее и, типа, защищать точку, да. Вот это будет реально интересно. Помимо баллисты. Потому как у нее стоят лазерные репитеры, а это значит постоянное восстановление. Вот. Постоянное восстановление боеприпасов. Как-то так. Вопрос остается его, ее стоимости. Если она будет стоить где-то в районе плюс-минус ценой баллиста, это адекватно. Если она там будет овер до хрена стоить, типа как ЦИГи лоханулись с Катласом Стилом, то проще купить, наверное, будет все-таки за игровую валюту. Тоха, что там ты? Летишь? Да-да-да. А? Вылечу. Да-да. Сколько лететь тебе? О. Я уже на планете, как бы, мне сейчас, наверное, только поднимут на тебя. Окей, давай тогда. Ну, давайте сейчас сделаем... давайте сейчас попробуем, кстати, будет интересно попробовать действительно сбить торпеду. Получится ли?
Буду ставить их на большие корабли, как Доблорутик. Да, это тоже. Мы уже говорили по поводу Кракена, с возможностью размещения его на платформах. Ну, Жень, на данный момент действительно только Jumptown. Больше я не знаю, где его можно применить. Техника реально интересна. Ну, на данный момент, пока ее не понерфили. Шепард, вижу тебя, ты куда-то падаешь. В смысле я падаю? Я сажусь. Это ты падаешь. Ну ладно, ладно. Мастер падений. О, это тут темно. Уже да. 22 километра. Шу. У тебя же нету моих меток, правильно? Есть. Так нечестно, я тебя не вижу. Ну, я же сказал, киньте мне пати. А, так подожди, у тебя пати, ты не в пати, правильно? Нет. Значит, ты... В смысле, я тебе кидал пати, я же тебе сказал. А. Нет, подожди. А, да, я в пати, кстати. А почему ты меня не видишь тогда? Ну ладно, забей, лети, короче. А, да, Тим, катали на прошлом стриме. Если его упоры еще и как магниты будут работать, можно будет творить безумие. Ха-ха, ты имеешь в виду зафиксироваться, да? Ну да. Так, мне с какого расстояния пускать торпеду? Так, а с какого хочешь? Представь, у нас бой. Вот ты летишь... Правда, ты не можешь видеть, конечно, с 10 или 15 километров меня, но ну, ладно. Смотри, я над тобой вишу на высоте 3,5. Давай, давай, и давай. Воюем, воюем, все. Давай. Кстати, обратите так, внимание, я уже токсикета уже захватил на расстоянии 3,8 километра. Взорвал. Мимо, да? Взорвал. А, да? Да, я взорвал торпеду. Нету торпеды твоей. Mm-hmm. Давай, давай еще, пускай. Ну, сейчас она запомнится должна, сразу происходит. Пошла. Взорвал. О, прям перед моим носом пришел. Ой, ага. Больно, больно. Кстати, щитов нет уже у меня. Нету щитов, да? Нету щитов. Так. Рядом было что-то. Я так понимаю, ты в торпеды запускал меня? Да, я попытался запустить ее на ходу прямо. Взорвал. Ага. Понятно. Ой, ай. Ай. Ну и... Я труп, по-моему. Сейчас мы со стороны солнца напихаем. А нет, я выжил. Взорвал! Ай! Бум. И я жив! Потрясающе. Ну это я такой косой пилот, скорее всего. Да, отлично все получилось, я считаю. Потестировали по максимуму. У тебя тоже затенение происходит при повороте камер. По звездам видно его хорошо. Угу. Так, ребят, ну что, только что еще протестировали. Вы увидели, как Центаврион отлично справляется с 9-м размером торпед. Отлично справляется и с ретейлейтером. Понятно, что это не поп... как говорится, не в полную силу ретейлятор воевал, потому как у ретейлятора еще есть
5 турелей, насколько я помню, да? Правильно я посчитал? 5, да, же? Да. 5 турелей. И если на каждую турель еще посадить отдельно напарника, который будет делать пиу-пиу-пиу, то как бы есть шанс, что все-таки будет больно Центаврион однозначно. Но то, что он сбивает турели, это то, что он сбивает торпеды 9 размера, и при том он их моментально там распиливает, это, конечно, огромный плюс ему. Я считаю. Так, а есть готовые биндинги для клавиатуры, которые можно передать? А, Муги, смотри, действительно здесь можно передавать биндинги, но я в основном играю на джойстиках, на клава-мышь у меня стандартный набор. В общем, как-то так. Я хочу отдельно сегодня поблагодарить Алексей, прошу прощения, сейчас, секундочку, ребята. Так, что у нас тут? Что-то я хотел быстро так... Блин, не то. Это же дичь. Сейчас, ребятки. Ты хотел поблагодарить мега-донатора? Сейчас, секундочку. Я ненавижу вот это все. Сейчас. Да, Алексей, хочу поблагодарить Романа Васильева. Ему огромное спасибо за платных 30 оформленных подписок на Твиче. Хочу поблагодарить раз, ребят, вас всех, кто сегодня активно поддерживал связь, общение в чате. Спасибо за ваши просмотры, лайки, рекомендации, в целом за ваши подписочки. Если у вас возникнут какие-то вопросы по Star Citizen, заходите на наш сервер Discord, ссылка в описании стрима. Выбирайте необходимую роль и присоединяйтесь к нам. Я пошел дальше работать над контентом, но перед этим надо еще поесть. Еще раз всем спасибо, кто присутствовал. Тори, тебе огромное спасибо. Дмитрий Севастополь, тебе тоже огромное спасибо. Ну и Toxic Cat, тоже тебе спасибо. Ребята, огромное вам спасибо за то, что приняли участие. Было реально интересно. Спасибо. Пока-пока. Всем пока, ребята.